Друзья, всем добрый вечер. Я случайно заметил очень такого популярного человека. Его многие знают. Он живет в Анталии. Его зовут Папа Юсуф. У него тоже есть канал в Ютубе. Подписывайтесь, переходите. Вот, Юсуф. Всем привет, дорогие зрители. Случайно вот вы встречались, который Эмирем, который Эмиль, вы знаете. По-настоящему Эмир, его зовут. Эмиль. Эмиль? Да. По-настоящему. Да. Вот по-турецки мы называем Эмин говорят, его. По-турецки Эмин говорят. Эмин? Да. Эмин, Эмир. Эмир, вот. Да, Эмин, да. Эмир еще лучше. Да, да. Короче, случайно виделись, друзья, так на улицу. Я рабочее место свое, которое здесь наша стройка закончилась. Квартира не осталась, все продали. Ничего не осталось. Но аренда квартира есть, друзья. Один штук с бассейном. Покажи бассейну, народ. Вот. Давайте вот так покажу. Вот здесь бассейн. Детский бассейн, вот он. А это уже взрослый бассейн. Супер. Это вот. Уже как сите идет, да? Да, да. Один блок, короче, один блок у нас так, не совсем сите. И здесь кипец, друзья, находится газы. Короче, одна штука квартира осталась здесь. Просто аренда будем сдавать. Хозяин, короче, разрешают аренду сдавать. Вы знаете, сейчас скоро, наверное, туристический ВНЖ переключается, откроется, не знаю, так. Можно так арендовать, если есть возможность, то, пожалуйста, Амир, пишите. Где-то там 13 тысяч кириши с мебелем, которые в нашем квартире все топлепали. Топлепол есть, там солнечная батарея есть, у нас все есть, эзолла. Ну и здесь тоже так же. На этаже по-турецки, короче, а второй этаж, по-русски третий этаж, который 2 плюс 1 квартира. Два штук квартиры есть, аренда. Вот я вам расскажу, наверное, Амир сейчас показывает вам. Одна квартира без мебели, а вторая квартира с мебелем, которую будем аренда сдавать. Давайте пойдем гуляем, квартира лучше. Бассейн как? После работы мы, обычные друзья, купаемся здесь. Вот, уже смотрите. И здесь можно машины парковаться. Да, парковка большая. Очень большая даже. Парковаться машину и здесь. Там... автоматические двери есть туда, пультом, который переключаешь шаг, переключаешь, выключаешь, очень просто. И здесь самое важное, что тишина места, комар нет у нас. У нас комар нет, где-то там июнь, август, везде очень жарко, и здесь не жарко. И здесь реально хорошо, реально. Вот, пока в таком дела. Как здание, понравилось, Эмир? Очень хорошее. Изоляция везде, видишь там, все изоляция. Супер, супер. У нас там есть лифты, лифт на 10 человек, большой лифт у нас. Коридор везде у нас так вот. 10. Вот. Да. Большой у нас, 800 килограмм, большой. Еще там склад есть внизу, у каждой квартиры есть склад. Если у вас там что-то есть, мебель побольше, поменьше, вот туда можно ставить. Сейчас пока все здание, короче, сдаем. Электричество, там вот черный. Вот такой, да, вот такой подвал. Да, подвал большой у нас. Спальня родительские, видите. И здесь детская комната. И здесь зал. Зал вот такой хороший. Французский балкон. Да, есть. Сейчас балкон тоже сниму. Здесь вот такой еще балкон. Можно остеклить, закрыть. Да, кухня большая, кстати. Кухня большая, электрическая плита есть сюда. На этом квартира. Кухня большая, холодильник большой. Вот широкий большой холодильник, да. Можно поместить. Еще можно видеть море. Pardon, бассейн. Здесь выход на балкон тоже есть. Да, выход есть. Вот квартира, так красиво. Где-то нет, 85 метров квадратных здесь. Берет 100, почитается, да. Супер. Нет, 85, но и здесь так двух ребенком, семья, можно жить с удовольствием, отлично можно жить. Там сюда, на этом пути идешь, угу. Сюда есть А101, шок, бим, что хочешь, там все есть. И дальше Татакале, угу. Татакале рядом уже так есть пути трамвая. Трамвай, да, да, на самом деле очень хорошая локация, друзья, я здесь часто бываю. Да. Трамвайные пути рядом, большие торговые центры. И здесь где-то там 400 метров, 400-500 метров туда, с этой стороны, которая еще один улица есть, там тоже есть все, ресторан, бар, кафе, ресторан.
много чего, магазинов, и еще суббота базар туда. Uh-huh. Это где-то базар 700 или 800 метров. Но локация здесь классная. Реально классная. Почему Турция, короче, самый популярный ютубер, короче, Turkish people, нашим Turkish people, главное, самый большой канал Турции, русский говорящий. А второе, короче, есть несколько блогеров, но люди меня тоже очень любят. Тоже 145 уже подписчиков есть у меня, да. Тоже есть. 145 но... тысяч. Да. Нормально. Да. Вот, друзья, аренда квартира, которая вот это. Юксек Кириш это называется. Юксек Кириш. 2 плюс 1. Где-то 122 метра квадратная квартира. Нормально. Больше, чем эти этажи. Больше. Посмотри сейчас, пошли покажу. Она с мебелью, да, получается? Из мебели, да. А здесь аренда сколько будет стоить? Где-то 13-14, не знаю. Тоже такая же цена, да, плюс-минус? Ну, да, в общем, кто придет, какие люди, да? У меня вот много кто подписчиков. Кстати, друзья, имейте в виду, давайте я выложу. В скором времени эти квартиры уйдут. Очень хорошие квартиры, по локации хорошие. Хозяева хорошие, 100%, новая квартира. Так смотри, что? Я свою мебель держу в Неменске. Хорошая, отличная. Начало, которое там есть, шкафа там. Вот так входим, друзья. Посмотрите, вот такой большой коридор. Справа у нас вот такая комната. Это детская комната, кондиционер есть. Первое, Юсуф Абби, салям алейкум. Это наш популярный блогер, папа Юсуф. Да. Каждая комната еще кондиционер есть, не забывайте. Это немецкий кондиционер Винсман. Чистка сегодня так убирал, почистили, там все помыли. И здесь родительская, которая спальня. Тоже кондиционер да, есть? Да, везде да. есть. Везде, в каждой комнате есть кондиционер. Он убирает макияжный стол. Там тоже есть. Комната чистенькая, хорошенькая. Мой канал тоже есть здесь, Папа Юсуфа канал. Да, переходите, я оставлю ссылки. Турецкий туалет тоже есть рядышком, друзья. Кухня большая. Два туалета, да. Кухня вот такая большая. Видите, так, холодильник. Там 100 стулья, я так зал положил. Можно здесь приготовить. Конечно, здесь 100 стулья тоже можно поставить. Кухня огромная, так балкон тоже есть. Можно сидеть, чайку попить. Балкон вот такой, друзья, тоже просторный. Посмотрите, вот такой балкон. Высокий гириш. Вот такой двор, друзья. Стоянка, все, парковка. 8 километров до моря. Классно, тишина места, еще теплый пол эта квартира. Теплые полы, да. Да, супер. И здесь там комби тоже стоит туда. Комби тоже есть, теплые полы. Зал огромный у нас. 37-40 метров квадратный зал. Вся мебель Bosch, друзья, посмотрите. Видно, что качественная мебель. Со, качественная, которая там со сделана. И здесь был арендатор, хороший арендатор был, они, который уехал, у них там комментами видно жильство, там был проблема, которые жалко уехали, они так год жили сюда. Квартира новая же, да? Год новая, квартира, новая, да. Новая. А второй год уже квартира, видите, там качественно сделано, которое там все везде чистенько, хорошенько. Там все, еще там шкаф завтра так оставляю, и здесь тоже готова продажа, арендатора. Аренда, да. Аренда тоже готова. Все, уборщицы убирали сегодня там все. Везде почистили, помыли. Классная квартира. Кому-то интересуется, Эмире, пишите. Да. Вот. Дадим. Хороший человек, особенно. Хороший человек, который конкретно, тишина, нормально. Люди ждем. Люблю вас всем. Пока, дорогие зрители. Эмире тоже поддерживайте. Подписывайтесь на его канал. Я, короче, вокруг у меня со чистый хороший народ есть. Я мере тоже я верю, хороший чистый человек. Спасибо. Вот такое дело, дорогие зрители. Я хочу всех будет зарабатывать, которые не только лево-право человек, но правильно народ тоже есть на этом жизни. Не забывайте, которые очень много комментариев я так вижу. Народ думает, там всех плохие. Плохие всех не может быть. Есть внутри чистый хороший народ. Опрошайтесь, которые, вы сами, которые оцениваете, хороший мы народ или плохо народ. Со, которые вашим рукам. Всем пока, увидимся, дорогие зрители. Всем пока, друзья. Оставайтесь на канале, у нас много интересного. С вами был русскоговорящий турок, папа Юсуф. И это прямой репортаж из солнечной Анталии. Пока.